не обязательно голландцы. Считаю, он могло сорваться как нашу пулю, так и их. Видимо, удача была на стороне соперника. До первого гола вообще игра была на равных, а потом вот небольшой провал получился. Я могу сказать, даже не на равных, я считаю, что мы играли лучше даже, да, пропущенный гол. А потом, не знаю, не обязательно гол, опять же, я не знаю, будем разбираться, смотрите. Спасибо, что не развеялись, сильно собрались и не до конца добились. Ну, старались все сделать, чтобы порадовать болельщиков, но ничего страшного, я думаю, что мы будем высоко в конце сезона.